очень важно, что приоритетами правительства на 2021 год были определены повышение качества жизни населения и обеспечение развития региона. Именно эти приоритеты были положены в основу всех действий всей политики правительства Камчатского края. Акценты в условиях ограничений, которые были в 2021 году, а это мы понимаем и ковидные ограничения, и ограничения нашего бюджета, и правильная адресная точечная работа с отраслями, с поддержкой бизнеса, с социальной поддержкой населения сегодня сыграли роль, и мы видим положительную динамику основных экономических показателей Камчатского края. Это очень важно. Важно также то, что сегодня в деятельности правительства появляются новые направления. Они связаны с экологической составляющей, в том числе в деятельности каждого органа исполнительной власти. Так называемая, в том числе, зеленая экономика. Очень важно, что сегодня и общество, и бизнес, и власть объединяются для решения проблемных вопросов и вместе решают в том числе и инфраструктурные проблемы, которые есть, и проблемы бизнеса и населения. И мы увидели эти вопросы, эти решения в отчете правительства и в перспективе работы на 2022 год.